все, все, что надо мне. Я в тебе нашел абсолютно все, все, что надо мне, и еще, еще, еще. Дальше будет стих производства моего. Даже вернее не стих, а целая поэма. Про нас, про нашу жизнь, любимая моя тема. Конечно, многим не понять меня, ведь говорят они, нынче дни не те и нет любви. Но я-то знаю, что есть любовь, и буду повторять я это вновь и вновь. Я знаю, кто-то смеется надо мной. Я знаю, кто-то сплетничает за моей спиной. Но я не злюсь, я уже не такой. Наоборот, я хочу, чтобы все почувствовали от всей души те эмоции и те чувства, которые даришь, любимая, мне ты. Смотрите и слушайте дальше. Жил-был парнишка с характером непростым. Жил он для себя, и жизнь была иным. Думал, что любовь бывает только в кино. И, конечно же, я думал, что любви мне не дано. Как же ошибался, понял я потом. Когда ее увидел, мой мир перевернулся вверх дном. Во мне что-то защелкнуло, поднялся сильно пульс. Но сначала я не понял, что со мной произошло. Это любовь с первого взгляда, потом до меня дошло. Сразу же я понял, вот моя судьба. Ее любой ценой добиться, цель моя была. Долго добивался, все было против нас. Но все-таки добился в 1001 раз. Вот тогда и началась наша история. История, где главные роли Гинзар и Юлия. История двух любящих сердец, бьющихся в унисон. Не будите меня, пожалуйста, если это все-таки сон. С тех пор мы везде и всюду вместе. Я могу не пить, не есть, не спать, главное быть вместе. Дорожить каждой минутой, каждой секундой, когда мы вместе. А вместе мы всегда, потому что я ее крылья, она мой воздух. Со мной она порхает, а я с ней дышу. От счастья на седьмом небе находился давно уж. Там же и сделал предложение выйти за меня замуж. Сделал предложение и, ждя ответа, на миг замер. Время остановилось, как будто мир вокруг умер. Это был самый важный шаг в моей жизни. Что было дальше, смотрите сами. Наш месяц
провели мы в райском уголке. Столько закатов и рассветов встретили мы вдалеке. Кто-то скажет, что с любимым рай и в шалаше, а мы ответим, нам и шалаша не надо. Ой, мой художник. Я, как всегда, орфографические ошибочки исправляю. Я, как всегда, орфографические эти. Пунта. Да, мышь, молодец. Мне пунто нравится. Это у тебя 16? Хорошо. А все интересное было у нас впереди. Забеременела моя любимая. И начались тяжелые дни. Мы преодолели все сложности, и были мы вместе всегда. И у нас родилась прекрасная дочка по имени Алиса. Прошло ровно 2 года, и счастье улыбнулось вновь. Наследника подарила нам моя любовь. И заполнился наш дом, и меня всегда там ждут. Родился милый мальчик, Габриэль его зовут.
душе большой романтик. Люблю тебя, как больной фанатик. Я твой Ромео, ты моя Джульетта. Ради тебя готов вернуться даже с того света. Я твой Янзар, ты моя Юлия. В тебе дар, в тебе любви магия. Я твой армяшка, ты моя зая. И наша жизнь с тобой, как в лучшем уголке земного края. Спасибо тебе, Господи, спасибо тебе, зая, за то, что подарила мне двух ангелов рая.